Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такой вот красивый бактус. Как вы видите, он такими, если немножко прирастяну его цветочками, красивыми складочками. Очень-очень простой узор выполнений. У меня размер палантина 60 сантиметров на 1,20 м, то есть такой вот в виде платочка. И получается довольно-таки очень-очень красивенький и приятный на ощупь. Я вязала его из полушерсти с махером, смешанной ниточкой. Можно вязать двойную ниточку махера. Если вы будете использовать ниточки, какие я, то у вас уйдет один моточек полушерсти и где-то приблизительно 3 моточка махера. Если же будете использовать только махер, то нужно будет где-то приблизительно 6 таких моточков, как у меня. Можете использовать, в принципе, любую пряжу, и полушерстяную, и можете использовать хлопок. Если будете использовать хлопок, будет вариант более осенне-весенний. Я вязала зимний вариант махер с полушерстью, поэтому получилось довольно-таки красиво, оригинально. Хочу вам некоторые нюансы рассказать, которые вы должны будете учесть при вязании. То есть, смотрите, заканчивать палантин нужно будет рядом таких вот веерочков. Вы потом по ходу вязания поймете, о чем я сейчас говорю. То есть заканчивайте, чтобы был вот такой красивенький ряд. И здесь вот, где у нас уголочек палантина, то есть нижний, у нас всегда будет состоять палантин из двух веерочков посерединке. Я закончила обвязыванием одного, только одного, как бы не ввязывала другой. Вы потом, еще раз повторюсь, по ходу вязания поймете, о чем я говорю. То есть смотрите, вот для того, чтобы были красивые веерочки продолжения, не вяжите в уголке два веерочка в последнем самом ряду, ну то есть получается в предпоследнем вы распределяете вот эти вот наши арочки. И вот распределите в предпоследнем ряду одну арочку, а в последнем ряду обвязываете веерочком в эту арочку всего лишь одним. Итак, в общем, кому интересно, кого заинтересовало, присоединяйтесь, мы будем сейчас вязать вместе с вами. Для своего палантина я использовала пряжу двух видов. Это обе пряжи от фирмы Alize. Одна из них — это Kid Mohair. Это такая вот нежная, очень тонкая, очень нежная ворсинистая пряжа. И это Alize Lana Gold 800, то есть 800 метров в 100 граммах. В Alize Kid Mohair здесь 250 метров в 25 граммах. То есть она очень тоненькая. И довольно-таки тоненькая и эта пряжа. Она полушерстяная. Я решила в две ниточки, то есть чтобы как-то разбавить и сделать более нежнее полушерстяную пряжу, я решила использовать еще Kid Mohair. Она добавляет какой-то такой ворсинистости, в общем, нежности, мягкости. В принципе, можете использовать любую пряжу на ваше усмотрение. Это должна быть тоненькая пряжа, так как вяжется она крючком. Я брала крючок 1,5. И также я вам не рекомендую использовать акрил. Это очень жесткая пряжа, и она на ощупь к телу, не весь акрил, в общем, на ощупь к телу приятный. То есть, если вы уверены, что это будет не колющийся какой-то такой жесткий акрил, то можете использовать, в принципе, и его. Можете также использовать и хлопок, то есть можете до определенных размеров расширять палантин, то есть до размеров косыночки, например. Можете использовать хлопок для летней косыночки, а также подойдет для осенне-весенних таких палантинов, бактусов. Если же вы будете использовать, как я, полушерсть, махер, ангору и так далее, то это будет уже зимний вариант. Я мешала две ниточки, так как я не хотела, чтобы у меня махер потянулся. Я использовала вот эту пряжу как бы как дополнительную, я бы сказала, чтобы я буду крепить бубончики из шерсти, точнее как, из меха, не из шерсти, из меха. Поэтому я не хотела, чтобы сильно потянулся мой палантинчик. Я хочу, чтобы он сидел красивенько, поэтому я вам советую использовать все-таки какую-то тоненькую, легкую, красивую, такую приятную на ощупь к телу. Желательно ее поднесите к личику и даже немножечко так потрите, то есть если она не колется вам, то можете смело ее использовать. Итак, если кому интересно, присоединяйтесь. Я вам покажу, как начать, а затем вы самостоятельно сможете продолжить. Так как я брала за основу тонкую и
ворсинистую пряжу с маленьким крючочком вязала. Вам не будет это видно, поэтому я решила использовать более толстый крючок и более толстую пряжу для того, чтобы вам максимально доступно показать, как это будет выглядеть на деле. Итак, берем ниточку и крючок, делаем первую петельку. Захватываем ниточку и вот так вот закрепляем петельку. Это у нас первая петля, которая не входит в наши расчеты. Теперь делаем 3 петельки воздушные подъема. Они нам заменят столбик с одним накидом. Еще делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Находим первую петельку и делаем в нее столбик с одним накидом. У нас получился вот такой как бы замкнутый кружочек, но не совсем кружочек. Делаем 3 воздушные петельки, накид, и в эту же петелечку возвращаемся, делаем еще один столбик с одним накидом. То есть это у нас, так сказать, начало. Теперь делаем 3 петельки воздушные подъема. 1, 2, 3. И поворачиваем. У нас, если посмотреть, так как бы, ну, представить себе, то это как бы 2 арочки. Вот в первую арочку нам нужно провязать 7 столбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок и в арочку начинаем провязывать 7 столбиков. Первый столбик, далее захватываем ниточку в арочку, второй столбик, далее захватываем в арочку третий, захватываем в арочку четвертый, далее сюда же пятый, сюда же шестой. И сюда же седьмой. Провязали. Получился у нас такой вот веерочек с одной стороны. Теперь делаем накид. И нам нужно провязать один столбик с одним накидом, но над столбиком предыдущего ряда. То есть вот она наша перепоночка между арками. Мы делаем накид и в нее вводим крючок. Делаем один столбик с одним накидом. Теперь снова делаем накид и переходим во вторую арочку. Во вторую арочку нам нужно так же, как и в первую, провязать 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и сюда же 7. Теперь делаем накид и находим вот здесь вот третью петельку в нашем, так скажем, столбике. Вот. Делаем в него столбик с одним накидом. То есть, смотрите, нам нужно в начале делать столбик, в конце делать столбик и ровно посерединочке, вот где у нас две арочки, между ними столбик. То есть, это для того, чтобы вот эти столбики нам как бы делали расширение красивое, и серединка держалась прямо. Я вкратце хочу вам рассказать сам принцип вязания этого палантина. Смотрите, он имеет вид такого вот треугольничка, как бы платка. Мы будем вязать ровно посерединке с нижней части. То есть у нас он будет идти на расширение. Как я вам и говорила, чтобы ровно шли, скажем так, в одну сторону ровный краешек был, мы будем делать всегда воздушные петельки, столбики, и в эту сторону мы будем делать воздушные петельки. То есть по ходу работы вы поймете. Точно так же и посередине вот эта перепоночка, столбик, она всегда должна быть, скажем так, в каждом ряду провязываться для того, чтобы не сбиться, в общем, чтобы она у нас не была ни под каким наклоном. И постепенно будет ряды. То есть мы с вами связали арочки, и под эти арочки мы будем постепенно делать как бы такие вот в следующих рядах последующих арочки и от них уже провязывать веерочки. То есть веерочки и арочки — это чередование рисунка нашего. Итак, мы сделали с вами арочки, затем в арочки провязали 2 веерочка. Теперь снова у нас чередование ряда арочек. Делаем 3 воздушные петли подъема, замещающие нам столбик с одним накидом. Поворачиваем наше вязание и еще делаем 3 воздушные петельки для образования арочки. То есть всего цепочка из 6 воздушных петель.
Делаем накид и в петлю основания цепочки провязываем столбик с одним накидом. Это у нас одна арочка. Готово. Теперь делаем воздушную петельку и отсчитываем третью петлю от столбика. 1, 2, 3. Вводим в нее крючок и провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид, в следующую петелечку провязываем снова столбик. И накид, в следующую петелечку провязываем снова столбик. У нас получается арочка, 3 столбика. Теперь снова чередование идет арочек. Воздушная петля, отсчитываем снова третью петелечку. 1, 2, 3. Вводим в нее крючок и делаем столбик с одним накидом. Теперь нам нужно сделать арочку, поэтому делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид и в эту же петелечку делаем столбик с одним накидом. То есть это наша серединка. Как вы помните, серединка над серединкой. И теперь делаем точно так же, симметрично, в зеркальном отображении, то же самое, что мы с вами провязали над первой арочкой. То есть делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в петлю основания столбика делаем еще один столбик. То есть делаем все абсолютно в зеркальном отображении. Арочка, воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля и арочка. Провязали арочку, воздушная петля, третья петелечка от столбика. Вводим крючок и провязываем столбик первый. Накид делаем столбик второй. Накид делаем столбик третий, то есть в каждую петелечку 3 подряд сделали столбика. Воздушная петля, делаем накид и находим третью петелечку подъема, то есть третью петелечку от столбика, она у нас же третья петелька подъема. В нее вводим крючок и делаем столбик с одним накидом. Для образования арочки, как в начале, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Делаем накид и в петлю эту же провязываем столбик с одним накидом. То есть смотрите, мы все связали в зеркальном отображении. Арочка, арочка, 3 столбика, 3 столбика и арочка, арочка. Постепенно расширяем наш веерочек. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И в каждом последующем ряду не забывайте делать 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем наше вязание. Данную первую арочку мы должны провязать, как всегда, 7 столбиков с одним накидом. То есть мы здесь вязали 7 столбиков, и в каждой арочке мы будем вязать по 7 столбиков. Это запомните. Итак, сделали арочки, теперь в них провязываем веерочки. 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запомните, 3 петли подъема роль играют столбика перед арочкой. Перед веерочком и перед арочкой. Вот она у нас. Теперь делаем воздушную петельку, накид и находим 3 наших столбика с одним накидом. Над средним столбиком находим петельку и в него провязываем столбик с одним накидом. Снова делаем воздушную петельку и находим следующую арочку. Вот они у нас две арочки, но находим сначала первую. В нее провяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали веерочек, то есть в каждом веерке у нас всегда будет по 7 столбиков. В любом ряду, в любом веерочке. Теперь, как я вам уже говорила, нам нужно провязывать всегда средний столбик. Поэтому между веерочками нашими мы находим среднюю петельку, то есть над столбиком в предыдущем ряду. И делаем сюда столбик с одним накидом. Провязали серединку. И теперь в таком же зеркальном отображении провязываем веерочек. Поэтому провязываем следующий веерочек 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Одна воздушная петля. Находим 3 столбика с одним накидом в предыдущем ряду. Среднюю петелечку над средним столбиком. Делаем столбик с одним накидом. Воздушная петля. И находим нашу арочку. В нее провяжем 7 столбиков с одним накидом, как всегда. Один столбик. Далее второй столбик. Далее третий столбик. Четвертый столбик, пятый столбик, шестой столбик и седьмой столбик. Довязали арочку и всегда в начале, в середине, в конце мы делаем столбик с накидом вот в эту ровную часть. Поэтому делаем накид, находим третью петелечку подъема и в нее мы провяжем столбик с одним накидом. Вот она, третья петля подъема, в нее провяжем столбик с одним накидом. Для чего мы провязываем? Повторюсь еще раз, для того, чтобы у вас был ровный краешек. У меня сейчас толстые ниточки, поэтому краешек кажется искаженный. Но, когда будете вязать тоненькими ниточками, получается ровный краешек. Если вам вот эта ниточка в начале, которая мешает, вы ее можете сразу убрать, спрятать кончик, для того, чтобы она у вас просто не мешалась под рукой. То есть просто ее проденьте сквозь, так скажем, ваше вязание и спрячьте вот здесь в арочку. Можете ниточку в иголочку вдеть, как вам удобно. Просто крючком спрячьте ее. Итак, у нас ровные края и ровный вот здесь вот, так скажем, ровный, даже не знаю, как сказать, ровная серединка, ровный столбик, вот. Ровный столбик, который будет всегда провязываться в каждом ряду. Независимо, ряд столбиков, ряд веерочков или ряд арочек. Итак, ряд арочек у нас провязан. И мы провязали в ряд арочек ряд веерочков. Сейчас у нас снова ряд арочек должен быть. Поэтому привычные наши 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание, нам нужно снова сделать арочку. Поэтому делаем 3 воздушные петли подъема еще для арочки. Накид и в петлю основания цепочки делаем столбик с одним накидом. У нас образовалась арочка. Делаем воздушную петлю и находим третью петлю. 1, 2, 3. Вводим в нее крючок, делаем столбик с одним накидом. Накид в следующую петелечку, столбик. Накид в следующую петелечку, столбик. То есть после арочки, запомните, у нас всегда идут 3 столбика с одним накидом в третью петлю. Снова делаем воздушную петлю, накид. И у нас здесь идет столбик один в предыдущем ряду. То есть между веерочками один столбик. Вот мы находим его, вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Но нам нужно сделать арочку, поэтому делаем 3 воздушные петли, накид и в эту же петлю основания столбика делаем еще один столбик. То есть арочка, 3 столбика, арочка. Сейчас, значит, по чередованию снова 3 столбика, поэтому делаем 1 воздушную петелечку, накид и находим третью петелечку. Вот она, 1, 2, 3. Делаем в нее столбик с накидом первый, в следующую петелечку делаем столбик с накидом второй, в следующую петелечку столбик с накидом третий. Значит, сейчас снова время арочки, поэтому делаем воздушную петлю, накид и третью петелечку 1, 2, 3. Вводим в нее крючок, обратите внимание, это серединка у нас. Серединка нашего вязания, которое я вам говорила, всегда провязывается. Мы вводим в нее крючок и провязываем столбик с одним накидом. Но, так как это ряд арочек, вот она первая арочка, вторая. Сейчас мы провяжем снова 3 воздушные петли для арочки. Накид, в эту же петлю основания столбик средний. И в зеркальном отображении довязываем этот ряд. То есть 3 воздушные петли, 1, 2, 3, сюда же возвращаем. Такой же столбик делаем. Он у нас в зеркальном отображении. То есть представьте, что здесь ровно посередине зеркала. Делаем воздушную петлю, сделали арочку. Теперь у нас в третью петелечку нужно провязать 3 столбика. Первую петелечку столбик, во вторую петелечку второй столбик, в третью петелечку третий столбик. Воздушная петля,
над столбиком нужно сделать арочку. Поэтому вводим крючок, провязываем столбик, 3 воздушные петли, сюда же возвращаем столбик. Снова по чередованию у нас 3 столбика с одним накидом. Поэтому делаем воздушную петлю, в третью петелечку провязываем столбик. Далее в следующую столбик и в следующую столбик. Так как мы провязали столбики, сейчас у нас снова время арочки. Делаем воздушную петелечку. Всегда делайте воздушную петлю, отделяя как бы арочки от 3 столбиков. Сделали воздушную петлю, находим третью петельку, она же у нас третья петелька подъема. Делаем в нее столбик с одним накидом, но так как в начале у нас была арочка, то есть закончить нам нужно арочкой. Поэтому делаем 3 воздушные петелечки и в эту же основание петелечку делаем столбик с одним накидом. Наш ряд арочек завершен, то есть посмотрите, все идеально одинаково, как с одной стороны, так и с другой стороны. Ровно посередине у нас как шел столбик, так и идет. И здесь точно так же начинается столбиком и заканчивается все столбиком. Теперь 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. У нас здесь снова идет арочка сразу. Поэтому в арочку, независимо от 3 воздушных петелек подъема, провязываем 7 столбиков с одним накидом. Один столбик, далее второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Провязали наш веерочек в арочку. Делаем воздушную петлю, находим 3 столбика предыдущего ряда. Над средним столбиком провязываем 1 столбик с накидом. Теперь делаем воздушная петля и находим следующую арочку. Вот она у нас. 7 столбиков в нее провяжем с одним накидом. 1 столбик, сюда же 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик, шестой столбик, седьмой столбик. Воздушная петля, находим 3 столбика, средний столбик, среднюю петелечку из 3 столбиков, делаем столбик с одним накидом. И снова отделяем от веерочка столбик воздушной петлей. Находим следующий веерочек, вот он у нас. Вяжем 7 столбиков в него с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И как я вам уже говорила, если вы помните, здесь у нас стоит зеркало. Поэтому мы должны отделить столбиком. Находим средний столбик, петелечку, основание этого столбика. Провязываем столбик с накидом, то есть серединку. И теперь в зеркальном отображении вяжем снова в арочку в первую 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отделяем арочку от столбика воздушной петлей, находим 3 столбика с одним накидом, средний столбик, делаем столбик с накидом. Воздушная петля отделяем, снова веерочек в чередовании. Поэтому провяжем следующий веерочек, 7 столбиков с одним накидом. Второй столбик, сюда же третий столбик, сюда же четвертый столбик, сюда же пятый столбик, сюда же шестой и сюда же седьмой. Отделяем веерочек от столбика воздушной петлей, над над 3 столбиками в средней петелечке делаем столбик с одним накидом. Снова отделяем от веерочка воздушной петлей и в последний веерок провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у нас получается незавершенный ряд. Поэтому делаем накид, находим третью петелечку подъема и делаем в нее столбик с одним накидом. Ряд у нас завершен.
Всегда в конце ряда делайте 3 воздушные петли подъема. И когда вы будете поворачивать, у вас уже сразу видно, что вам делать. Если были веерочки, то значит ряд арочек. Если был ряд арочек, делаем веерочки. С 3 воздушными петлями подъема вы сразу будете видеть. То есть смотрите, если у вас идет ряд арочек, значит вы сразу набираете еще 3 петли подъема к тем 3 и делаете петелечку, арочку нашу, вот такую. Если же вы сделали 3 петли подъема, у вас уже есть арочка, значит в нее начинаете провязывать 7 столбиков с накидом, то есть делать веерочки. И потом по ходу, так скажем, по ходу вязания вы сами ориентируетесь, что у вас и какой ряд. Еще раз повторюсь, у меня очень толстые нитки, очень толстый крючок. Это выглядит очень громоздко и, так скажем, сильно вот деревянно. Если же вы возьмете тонкую ниточку, какой-то хлопок, либо тонкий, красивый, так скажем, полушерстяной вид пряжи, ну, в общем, мохер, ангору, это выглядит очень красиво, очень элегантно, очень богато, то есть очень он такой воздушный, нежный, мягкий получается. Я надеюсь, что вам все осталось понятно. Продолжайте вязать чередование арочек и веерочков до нужного вам размера. То есть, если мы возьмем наш листик, который я вам показывала, откуда мы начинаем, вот чередование арочек, веерочков, вы вяжете вот точно так же. Увеличивайте до нужных размеров. Еще дам небольшой совет. После того, как вы провяжете нужную вам высоту, то есть расширение до того предела, который вы считаете нужным, заканчивайте обязательно вязание палантина именно рядом провязывания веерочков. Не рядом провязывания арочек, а веерочков, для того, чтобы у вас красивый был законченный вид края. Если вы провяжете арочки, то у вас получится просто дырчатый край, некрасивый. И дырчатый, так еще и со столбиками, просто такой как бы грубый. Если вы закончите вот так вот арочками, веерочками, вот так вот красивыми, провязанными, то получится вот такой вот красивый, закругленный вид вашего бактуса. Итак, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте, кому что непонятно, обязательно задавайте вопросы. Ровных петелек вам, хороших работ, хорошего настроения. Пока-пока!